Расскажите, что, куда, как, что будете делать, куда повезете. Також через Дарданели проходить наступне судно, прапор Ліберії, але це турецьке судно. Воно буде йти до Одеського порту, до порту Великої Одеси, Чорноморськ. І це перше судно, яке йде в нашому напрямку після 24 лютого. Цей корабель «Оспрей», цей «Балкер», він теж йде за українським зерном, яке має йти на експорт. Поэтому, ну, это нереально выжить на эти деньги, даже если, говорят, будут 2000 давать, а за жилье платить, а питаться чем-то. Поэтому многие не выезжают из-за того, что, ну, очень-очень... мало денег. Из-за нищеты не выезжают. Все это дело, как говорится, печально. Ждем, знаем. Я переживаю, я знаю, что будет здесь. Примеров очень много. Мариуполь, Изюм, Красный Лиман. Везде, где побывали русские, там просто, как говорится, выжженная земля. Там нет ничего. Я представляю, что это. Тем более Краматорск уже укреплен, и здесь планируется крупномасштабное, как говорится, будет наступление. И здесь, естественно, что хорошего ничего нет.